Здравствуйте, меня зовут Сенкевич Влад, и я полностью перешел на Fresh Forex пару лет назад. Торговал себе спокойно. Но вот на днях позвонил мне друг, сообщил о том, что он якобы видел видео на YouTube, что Fresh Forex мошенники и надо срочно забирать оттуда свои деньги. Я сменил уже несколько брокеров, и по опыту могу сказать, что негативные отзывы есть на всех, не надо паниковать. Такие отзывы оставляют, как правило, новички, которые хотят вложить $100 и получить сразу 100 штук. Но так не бывает. Если вы хотите получать стабильно 10% в месяц от суммы депозита, вы должны много работать. От себя хочу сказать, что выбрал Fresh Forex, потому что они единственные, кто не мешает зарабатывать трейдерам, а мне есть с чем сравнивать. Поэтому я продолжу торговать здесь и не спешу перебегать к другим брокерам. Спасибо.